привет, зритель. Первый мунбанг этого года. Я сейчас сижу на коленях, у меня кошка, а там эти бедные люди бах-бах-бах-бах. Ну, те бедные люди, которым не хватило денег на нормальный фейерверк, но хватило денег на какую-то хренотень шумную, которая пугает животных. Сидит и боится. Я говорю, кошка, не бойся. Это бедные люди, которым не хватило денег на нормальный фейерверк. Но им очень хочется обратить на себя внимание или напугать кого-нибудь. У меня тут что-то вода пролилась. Короче, у меня опять салфетки куда-то закончились, но у меня есть бумага, все та же еще. Слышно, наверное, как оно тут бахает, потому что у меня окно немножко приоткрыто. У меня тут щи без картошки. Это страх пищевой моей одной подруги. Она как ко мне пришла, у меня был какой-то супчик по вкусу, он напомнил ей щи из ее детства. Когда ее родственники варили щи, не клали картошку. Я даже не знала, что ну, бывают щи просто без картошки. Там, ну, вообще без картошки. Всегда-всегда варили щи без картошки. Она просила положить картошку, но говорили, что если положить картошку, то это будут не щи. И вот сказ сегодня о том, я думаю, что практически в каждой семье, не обязательно в России вообще, было, наверное, какое-то в детстве у вас блюдо. Но если не было, то вам повезло. Было какое-нибудь блюдо, которое вы терпеть не могли, а ваши родственники, родители и так далее, не учитывали мнение маленького человечка и хотели его накормить хоть через силу этим блюдом. Вот я не знаю, сейчас что-то припомнить не могу такого, но для меня это был кулинарный шок, что бывает щи, ну, что если щи с картошкой, это не щи, а щи без картошки, это щи. И вот у меня тут щи без картошки. У меня получилось так, что на Новый год-то я встретилась, мне до Нового года хватило, до конца прошлого года, до начала этого года мне хватило картошки нашей местной. У меня осталось буквально 4 штучки. Большущая, ну, вот такая, и 3 поменьше. И мне как-то было лень чистить картошку, но у меня была капуста. У меня с хлебом напряг, у меня тут этот... самопальный хлеб, сухарики с самопального хлеба. Я их сейчас сюда зафигачу, не с карри, с солью. Я хоть посолила, но мало посолила, я вообще забыла посолить суп. Я думала, что я посолю, и забыла, так как у меня тут несколько, ну, практически 2 с лишним суток была мигрень. А, вообще, одна моя подруга считает, что я от нее тоже узнала, это для меня был тоже кулинарный шок. Что если кидать хлебушек, ну я правда сухарики кинула, хлебушек в суп, я как-то была у нее в гостях, она меня угостила гороховым супом, сваренным на сосисках, на молочных. Не знаю почему, ну как бы она не бедствует, но вот суп сварила на сосисках. Короче... от нее я узнала, что если в горячий суп покидать черного хлебушка, то суп быстрее остынет. А я тут как-то проснулась, поняла, что... точнее, как бы лежу такая, не сплю, голова слегка болит, еще не так сильно, как последние сутки полтора. Не вспоминаю, что у меня там есть продукты, которые надо будет делать. В том числе хлебушек, который вполне возможно, если его не подсушить на сухарике, то он это отдаст богам душу. Это ржаной хлебушек. Ну, я его посушила. Короче, у меня тут капуста. Пол коченя. У нас небольшие такие коченюшки были. Я лежала на балконе, эти пол коченя, она слегка подзамерзла. Ну, как раз вот суп самое то. Я ее порезала, короче. Потом тут морковь. Но это на самом деле это морковный жмых из-под сока. Петрушка, свежезамороженная, рубленная из морозилки. Так, что у меня тут еще? Это все на бульоне лося.
У меня был мясо лося, я его сварила чуть больше, чем сутки, ну где-то часов 25, 2,5 часа на максимум, остальное на подогреве. Медленноварка. Потом, вчера, когда проснулась посередине ночи и поняла, что у меня как-то совсем фигово, я раздерябила это мясо. Ну, вчера у меня как-то было так, что я большую часть положения лежа находилась. Либо спала, либо лежала. Но мозги проверить я все-таки сходила. Проветрить. В общем, тут капуста, морковка, петрушка. А еще у меня есть замечательная такая заправка. Ну, борщ можно добавить, помимо борщевой заправки. Можно в суп какой-нибудь, можно в щи. Младшая бабушкина сестра угостила. Та, которая масло подсолнечное на Новый год подарила. Тут еще какая-то супер премиум приправа от купе для мяса. Мне вот сейчас попалась как раз она. И вот эта вот смесь. Там помидоры, чеснок, по-моему, лук. Я не уверена, по-моему, еще перец. Все это как-то перемолото и добавляешь сюда. И суп и так вообще обалденно выходит. Я вот подружку таким угощала, ей очень вкусно пахнул. Тогда борщ был с этой как раз заправкой. В смысле, я делала из свежих продуктов борщ, не на заправке, а именно вот специально варила там свекла, все остальное. И добавила этой штуковинки. И тут. А, еще здесь есть рис. Я думала, что ко мне сегодня заявится подружка. Одна из. И подумала, что если я опять ее угощу супом, похожим на ее детство, то это будет как-то совсем не по-новогоднему, и кинула туда горсточку риса. Варилось у меня все где-то минут 15. Потом я прикрыла крышкой. Это как раз вот слева по борту та кастрюлька небольшая. А то ли на 1,5 литра, то ли на 2, мне, потому что одна кастрюлька на 1,5, другая на 2. Бульон я по контейнерам еще разлила так наполовину. И тут у меня, ну, где-то 1/3 была бульона, а он такой, мясо лося такое жирное было, там очень много, ну, и мясо прилично было, и довольно много жира. В общем, бульон такой был очень густой, крепкий, нажористый. Я его разбавила 1:3, ну, две части воды и части вот этого бульона. Но подруга не явилась, а? Даже не объявилась, что она явится. И я благополучно полдня провалялась. И только сейчас, где-то в 5 с чем-то вечера, я решила покушать. Я поняла, что премиум приправу для мяса от купе лучше сюда не сувать. Я поняла, в чем ее премиум. Для этого была просто приправа для мяса. Тоже от купе, но она кончилась. А такой порошок был из специй. А тут эти специи не молотые местами. Ну и как-то мне кориандр все же больше нравится в порошочке. Кстати, я даже ноготочки сегодня смыла все это и заново покрасила. И один только ноготь из 10 у меня слегка мимо прокрасился. Это лак Эйвон, гель-шайн, сделанный во Франции, от подписчицы Лёлечки. Очень, кстати, классный лак. Он на мне держится, ну, где-то 3 дня так. Ну, конечно, там какие-то места стираются на ногтях, но обычно мне хватает лака или на 2 часа, или максимум на полдня. Ну и сметана. Я ее убрала, что ли? Ой, еще. Я тут забирала позавчера заказ в Сазон для себя и двух родственников.
заказанный еще в прошлом году. Зашла в Магнит рядом, в том же здании, и купила себе сметаны «Домик в деревне» 15%. Я беру или просто квашенскую сметану, или «Домик в деревне». Конечно, тут. Да, нас освещает лампа. У меня новый чехол, как ты видишь. Может, надо приблизить себя слегка. Я даже ночью, ну как это, у меня ночь-то была, может, это уже у людей-то утро было конкретное. Сделала монтажик чайничка, который там на плите, который я еще где-то так ближе к концу ноября купила. И обзор на него запилила. Но руки зашли смонтировать только сегодня. Заодно немножко почистила вторую флешку. У меня как бы флешка, на которой сейчас пишу, самсунговская. И первая флешка самсунговская, которую я купила еще в 2018 году, когда я ту камеру купила. И вот на ней там всякое такое было. Ну, сейчас там на ней два ролика за 2020 год. Две техники. Еще два ролика про одну технику за прошлый год. Маленький файлик, когда мне как я вообще забыла, я тогда хотела записать, и, видимо, у меня из головы вылезла. Скорее всего, опять была мигрень, и я забыла. Кто-то в комментах просил ролик, как вот мой день проходит, не на словах, а вот реально, что я делаю. Я там как раз вот пнулась, я смотрю, а я там котика... Ну, в смысле, котеночка стирала для кошки. Где-то так, в районе 6 утра, что ли. Так, той приправой лучше обсыпать только мясо, если запекать буду. Потому что все-таки вообще... Супер зернышки кориандра как-то. Ну и да, тут же все свои, да. А кто мимо шел, случайно зашел, присаживайся, располагайся. Не теряй челюсть на полу. Ибо я вот сейчас так сделала. Не то чтобы у меня ничего нету на второе. У меня там есть блины. Но мне что-то вроде их и неохота. Сейчас я налью чаечку. Отдаюсь только малость. Там будет кусок лепешки. Это, знаете, хотите испортить хорошие продукты? Сделайте ваше блюдо по рецепту из Кукпеда. Не по моим рецептам, а по рецепту из Кукпеда, там по какому-нибудь суперкрутому рецепту. Обычно по супер-супер-крутым рецептам выходит такая хренотень. Тут у меня очень интересный чай, я не помню, как он по вкусу. Но сейчас мы с вами узнаем. Что-то он ни хрена не заварился. Или он такой должен быть. Блин, чего там только нету. Я даже название и состав зачитаю. Чашечка, которую я уже обозревала на стриме. Я вообще рука тянулась к чашечке с котиком, который мне подписчица подарила. Но я подумала, что сейчас Новый год. И надо дать шанс чашечке, которая к Новому году. Я вообще не уверена, было ли там видно, но там... Короче, там вот хурма, две штуки, яблочко родственников с колядина, ну, самопальное, в смысле, с сада, огорода. Не покупну. И еще один апельсин, который бедный, несчастный, все никак не дождется, когда я его съем. Короче, я тут это вчера делала сырно-творожную лепешку. Она у меня мало того, что прижарилась, и не хотела переворачиваться, знаете, она вышла как первый блин комом. Вот это единственная лепешка была, и при этом она комом. И она, ну не то, что вот должно быть. Не то, что на картинке, но то, что я представляла. И на картинке явно не совсем то вообще. И как бы я подозреваю, что там что-то забыли в рецепте.
Я даже не... Я сначала хотела написать, типа, у меня что-то ваша лепешка не получилась, по вашему рецепту. А потом думаю, да мне вот на 1 января вообще какой-то ноунейм зареганный чисто, чтобы написать какую-нибудь гадость в комментах, написал на мой мой этот самый. Где он там? Бабы Мун на мой Маш, что это еда для курочек. Я думаю, уж не буду уподобляться. Вообще не буду оставлять фотоотзыв. Просто в очередной раз поняла, что на Кукпеде по большей части. Особенно мне нравится у этих у админов рецепты кукпедовских. И у амбассадоров. Вот, мне кажется, если ты админ Кукпеда, ну, админ какого-то кулинарного сайта, ты должен показывать мастер-класс. Супер вообще, чтобы у тебя было все точно. Они... Сделай, как получится. Но сделай, как получится. У меня есть рецепты из книжки. Для... У меня есть несколько книжек таких. Да, некоторые даже советских времен. Я обещала еще года два назад, наверное, обозреть их. Мои кулинарные книжки, которые мне тетя подарила, которая у меня там лежит с советских времен. Когда не было определенных данных... Ну, у кого какая печка, так и печет. Когда не было электрических духовок, когда не было нормальных газовых плит, в общем, когда, я не знаю, как люди там проверяли, мама проверяла спичкой, так достаешь пирожок, он может часа два печься, или два с лишним, он вроде еще нет, ну тогда оставим еще и вот так вот. Когда все было как-то от балды, сейчас все такое современное, я не знаю, как люди вообще так до такого доходят. Мне еще прикололо, Кукпед перед Новым годом мне предлагает... Пишут мне в личное сообщение, типа, мы решили подарить вам подарок в честь того, что вы дохрена вкладываете в развитие сайта и кучу рецептов оставляете. Ну, ладно, что нам за подарок? Только вы должны за него заплатить, я так слегка прихренела. Премиум аккаунт, сначала он давался на 3 месяца. Типа там был премиум закладки. Если без премиума, только 60 закладок. Ты можешь оставить. А если с премиум, то дофига. Мне еще на мозги капали, что у меня в черновиках что-то лежит, и оно неправильно, и почему оно там лежит, нельзя делать такие рецепты. Я думаю, неужели мои 1,5 черновика занимают весь ваш сервак? Который вам, в принципе, я уж не знаю, ну, конечно, в России там Россия облачивается, но это же, можно сказать, японская дочерняя сеть. Родители-то японцы. И тут случается премиум теперь уже на поиск. Вы можете найти все рецепты, да хрен знает какого уровня. Думаю, когда я пользовалась премиум вот этим вот, и там были вот эти закладки, в бесконечном количестве я их разобрала. У меня сейчас там 37, что ли, их, или 35, как-то так. И премиум этот поиск, он вообще был как бы... Заходишь в какой-то рецепт, вот новый рецепт тебе показывается в премиуме, и во вкладке для обычных людей, вот там одно и то же. Думаю, да нафиг мне это надо. Искать рецепты за деньги. Да, есть куча сайтов с этими бесплатными рецептами. Я вон на поваренке набираю какой-нибудь рецепт. Я уже там фотоводов оставила. И они реально проверены и понимают, что по этому рецепту куча людей готовили. И это не какое-то там отбалдятина, и все точно и четко. А в УПС я использовала, чисто использую. Чисто, чтобы вот что-то записать, что я сделала, и... Потом, вау, вот это я делала, ну и глянуть. Я иногда запеканку творожную делаю, вспоминаю, как это было. Заглядываю в Кукпед на свою страничку, и все нормально. Мне что, пишется, да? Пишется, пишется. А тут, ну и, конечно, сумма небольшая, 229 рублей в месяц, но, слушайте, были времена, я бы на тифаретник задонатила. Было дело, я туда донатила. Платить за то, чтобы потом получилось вот такое? Нет, спасибо. По-моему, мне кажется, они должны сами проплачивать. В общем, чай, который я сейчас пью, заварен у меня. Совершенство. Травяная смесь, состоящая из зеленого чая, мате зеленого и жареного, чая пуэр, фенхеля, крапивы, ромашки, лимонной травы, перечной мяты, ягод боярышника, листьев черной смородины, корицы и софлора. Ромашку, кстати, я там видела. Когда открыла, думаю, так, нахуй гляну со старта. И вот сейчас он у меня пошел. А я его, мне кажется, вообще года три назад покупала на развес у нас где-то в Угличе. Этот магазин «Ваш чай».
Я вообще не помню, в каком я году снимала этот ролик про ваш чай, а потом еще раз туда зашла через год и купила. Вот на канале будет глянуть. Короче, выход того ролика плюс еще год. И вот это так раз чай купленный в том году. В том году. В году после записи ролика. Я еще помню, мне в личку писала это. Ну, слушайте, вам халявную рекламу сделали. Я, наверное, второй раз, третий про это говорю. Просто человек оставил фотоотзыв, видеоотзыв. Тебе пришел народ покупать вот это все. Ну, как бы, у тебя реклама халявная. Что-то там не понравилось. Ну, блин, если ты ножницами берешь связанный чай и ложишь его в пакетик, ну, кладешь, не знаю, кладешь его в пакетик, то что ты тогда ждешь, что тебе будет рука плескать? Круто, ты ножницами берешь шарик чая. У меня тут есть шоколадка очень вкусная. И даже рядом коробочка недалеко от этой шоколадки. Такая вкусная шоколадка. Дитер, мне ее сестры подарили на Новый год. Если ты не смотрел еще стрим с подарками, то самое время. Глянь. Черная полоска. Сметану-то не убрала. Как тебе постоять-то? У меня же есть вкусные конфеты. Ты подожди, зритель, да? В магните в солнечном они все еще по скидке. Это у нас After Eight. Раньше мята. Где оно вообще? Nestlé. Ну, я так поняла, что у Nestlé очень-очень много всяких таких вот подфирм, которые подобно шоколад выпускают. Потому что это сделано в Германии, а я как-то покупала в Финляндии, он был сделан в Финляндии. А подруга из Питера, ну, из тела, что вообще, присылала мне как-то шоколад. Он тоже был из Финляндии. Хотя он тоже темный. Ну, что-то я вот решила его раскрыть. Угощайся, зритель. Ну, ты повтыкаешь в этот ролик, похаваешь вместе со мной, пойдешь в Магнит, ой, или на Вайбере, Сазон, или еще куда-нибудь. Поближе эту лампу поставлю. Так, может, это надо ее поярче сделать. Сейчас бы только не нажать туда, куда не надо. А то я стабильно почему-то пытаюсь нажать на выключение. Желтый свет. Это у нас тут кошка шарахается между двумя штативами. Надо еще чаечку тяпнуть. Блин, я думала, он какой-то темный будет. А он... Мысля пришла как земля. Вот смотрите, ну вообще, кошка, я хотела тебя в комнате закрыть, потому что я так и думала, что ты тут будешь шастать. Не надо, у тебя есть своя еда, иди поешь. Но она тут поумнела, я сидела с ноутбуком, а обычно она с этой стороны ноутбука идет по клавиатуре. Я ее ругаю, а тут она увидела, что тут клава открыта и с другой стороны пошла. Ей уже 10 месяцев. У нее новая причуда. Если я нахожусь на кухне, но при этом не сижу, там посуду мою, еще что-то делаю. Вот что это такое, а? Иди на окно тогда. На окно иди. Ну что вот ты тут в камеру свой хвост суешь? Она начинает ходить кругами и орать дрянью. Я начинаю думать, вау, кошка созрела, ей 10 месяцев, она хочет кота. Надо заказывать кота. А она орёт. А я думаю, может, она хочет кушать. Смотрю, у нее вроде есть еда, тырку ее в мисочку, она все равно орёт. Думаю, может, она хочет на балкон. Беру ее в охапку, несу на балкон, она сидит там, но все равно орёт. И только стоит мне сесть сюда, как она ко мне прыг и начинает мур-мур-мур-мур, и уже не орёт. То есть у нее в ней тишка в этом плане просыпается. Он, чтобы его погладили, начинал орать дрянью. Я не сразу понимала, что он хочет. И только стоило методом тыка его погладить, как он сразу в кайф.
Ой, я же тут взяла этот специально шелковицу и забыла, как я могла шелковицу вредить. Давай, наверное, приблизим. Ну там какие-то аборигены орут. Если ничего не взрывают, то хотя, то начинают орать, вот вообще кайфует кошка. Возьмем мы сначала, наверное, шелковичку, тогда уж вот я ее взяла. Зритель, ты любишь шелковичку? Мне она больше нравится в сушеном виде. В свежем я ее как-то не оценила. Я на Вайбере читала, что если сушеную замочить в воде, она будет как свежая. Действительно, так и есть. Но свежая мне не нравится. Она какая-то такая, ну. Вообще, я в детстве любила читать книжки про Древнюю Грецию, ну вот это все. Древний мир, это ДТП. Попадались мне часто книжки, где как раз вот эта шелковица упоминалась, или тутовник. Я вообще представляла, что она по-другому говорит. Чуть-чуть отодвинем. Такое ощущение, будто тут где-то эхо, блин, идет. Я потом на монтажке гляну, есть что-то эхо, или это мне уже глючится. Вот зритель, не знаешь, что сделать приятного человеком, подари им вот такие конфеты и сам пожри. Очень вкусно. Придешь в гости, к чаю возьмешь, люди будут довольны. Ну, это если, конечно, не любят мятный шоколад или апельсиновый шоколад, или сочетание апельсинового с мятным, или еще ни разу не пробовали, и даже не знаю, нравится это им или нет. А еще можешь сделать приятное, Люля. Люля позовет гостей. Близкого родственника, близкий родственник тоже это любит, напоить чаем и пожрать конфет. Вообще покупала в нашем магните перед Новым годом по скидке 229,91, ну короче 230 рублей без копейки. Вот в магните позавчера видела, там тоже в солнечном, по той же цене. Я причем про них забыла, тут сидела, страдала, думаю, блин, сладкого нету ни хрена, один... Этот самый мед, варенье, всякий разный сахар. И что-то залезло в шкаф. Там. Вот и что. Эти квадратные. Бывают еще такие же, но прямоугольные. Вообще вот такие я второй раз в жизни пробую. Мне до этого попадались или дарили, или попадались, ну, сама покупала, мятные просто. Вообще помню, Советский Союз вроде только еще рухнул. Я мелкая. Лет так, может, 9, а может, вообще 8. Маман угощает меня шоколадкой, которую ее угостили наши родственники. Потом, ну, как бы, они купили шоколадку, она мятная, им не понравилась. Они, ну, вы же любите все странное. А нам с мамой очень понравилось, так помню. И смотрите, она даже не упрыгивает. Ее что-то видно. Обычно, когда я чем-то шуршу, она сразу пытается со стола это скоммунизить и спрыгнуть на пол. А раньше, когда я ее гладила, она меня сразу кусала и царапала. Но зато кайфовала, когда ее другие гладили, хотя их тоже пыталась куснуть и царапнуть. Тёночка, великого возраста моя. Да сиди ты, я ж тебя не гоню. Взяла, ну ладно. Она иногда меня цап-цап, но так, что её ухо рядом со мной. Я говорю, я ведь, ну кусает, я говорю, я тоже могу тебя кусать, не за ухо. У хозяина тоже есть зубы. Ничего такой чай.
Правда, тут пуэра-то практически не видно. Сверху такие листья зеленые, тут лимонная трава, это китайский лимонник. Вообще у меня куча всякой еды, у меня там есть красная мной соленая рыба, грибочки соленые, грибочки маринованные, мной грибочки соленые, правда, в морозилке. Сыр два вида, этот самый с грецкими орехами, ларец и углический сыр российский, котлетки. Я забыла, аж хотела сделать паровых котлеток, но что-то мне их уже некуда. Блинчики, опять же. Сырная лепешка, которая комом. Там, короче, было 100 грамм творога. Что-то 60, что ли, грамм или 50 грамм. Ну, сколько-то грамм тертого сыра. Одно яйцо. 30 грамм кукурузной рисовой муки. И кефир. Но я так поняла, что муки надо или пшеничной, или рисовый, но побольше, потому что вообще как оно не было по консистенции, как там описывалось. И соль по вкусу. А я подобные рецепты очень много видела, мне еще как-то засомневалась в одном рецепте. Полезла на подобные, на купета. Подобные еще видела в этом. В Инстаграме стабильно подкидываются рецептики. Ну и в итоге я поняла, что как-то они все как-то одинаковые. Видимо, во всех они что-то забывают положить. В смысле, написать, что забыли что-то. Что-то забывают упомянуть в этом составе. Кошка что-то в комнате дерёт. Оказывается, не 5 часов, оказывается, уже без 10-7. Я тут как-то так это... Так долго ногти, что ли, красила. Короче, она там этот обои у елочки пытается драть. Елочку саму как-то корежить. Она вчера забралась на шкаф. Видимо, из большого любопытства. Больше не забиралась. Я там в телегу скидывала фоточки с моим офигением. Ну, что это такое, а? Вот здесь можешь сидеть, а там не надо. Вообще нормальные кошки не сидят на столе у хозяина. Может, они сидят, когда хозяина нет. А когда хозяин кушает, они не сидят. Жук, навозник. Я сейчас помнила, как у меня просили СМР с мукбангом. Ну, типа, поставить туда микрофон. Полюблить еду, не хомячить, я как-нибудь сделаю. Я вообще сегодня планировала СММ записать, но я уже не знаю, как получится, даже не думала, что сейчас 7 часов. Мне еще мозги проветрить надо. В крайнем случае, завтра у меня вроде, если, ну, даже если кто-то явится, будет свободное время, так что я запишу СММ с елочкой. Мне еще одну гирлянду подогнали. А ту гирлянду, которая на батарейках, она как бы горит. Ну, надо постараться, чтобы она засветилась, потому что кое-кто ее слегка покусал. Ты, кошка, кошка-бармоська. Спит на ногах. Орёт, когда хочет на ручки. Ну, в смысле, сюда, на коленочке. Орёт, когда хочет пожрать. Орёт, когда хочет на балкон. Орёт, когда хочет на улицу, её не упускают. Она думает, что там вот снег, это так красиво, так это всё ништяк. Я её на балкон вывожу, говорю, вот здесь, говорю, на балконе холодно. Она не вытерпевает. Я говорю, на балконе холодно, говорю, на улице ещё холоднее. Я говорю, это не деревня, тут тебя выпустишь со всех сторон. Собаки. На улице бегает иногда какая-то собака. Деревьев мало. Никак в деревне не заберешься. Я даже не представляю, как это. Я говорю, ладно бы летом было. Ты, может быть, запрыгнула бы на тот же балкон.
Или он по яблоне сюда. Но, говорю, даже сейчас уже подоконник другой сделан. Она же у меня выходила с того подоконника через сеточку. Шла по подоконнику по скошенному. Ну, с той стороны. По карнизу это или как называется. Ну, короче, по подоконнику с внешней стороны окна. Перепрыгивала на перильце балкона. И делала вот такой круг. Иногда я ее открывала так, а она так заходила. Я говорю, сейчас-то пластиковое окно. По-другому все чучело. Плюс как я тебе эту сеточку вытащу? Ну, даже если я ее вытащу, там же холодно. Если я открою окно сюда полностью на всю ширь, мы что-то с тобой задубеем. Кстати, Ира, и сюда тоже скажу. Хотя я не уверена, что ты смотришь мукбанги. Спасибо большое за донат. В копилочку на окно в комнату. Блин, как чей-то внезапно... Ой, лампа, извини, я что-то тебя все толкаю и толкаю. Какой внезапно чей-то вкусный. Так, зритель, я... Ой, блин, перелила. Вначале говорила насчет блюд, которые... Ну, с детства там кто-то, кто-то малую кашу с детства не любит. Если у тебя такие блюда были, дай знать в комментах. Может, я снова словлю куртунный шок. Как про... то, что если в щи добавить картошку, то это не будет щи. Свалила. В другом чайнике у меня вообще заварен чай, который мне подарили сестры, которую я вливала, когда делала... Ой, опять ногой его попала. Когда делала этот стрим новогодних подарков. Но мне очень хотелось попробовать этот. Дать ему еще один шанс, потому что он тогда вообще мне не пошел. И внезапно он оказался очень даже нормальным. Ну, типа, настояться 3-5 минут, он больше, чем 3-5 минут настаивался. Я была уверена, что он будет как-то темнее. Помнится, я тогда хотела мате карнавал купить. Был такой чай от русской чайной русской компании. Там был мате зеленый, мате жареный, еще какая-то хренотень. Но его не было. И они вообще как бы не знали, что это такое. Тот магазин, который ножницами чай достает. У них был вот такой вот, где мате жареный и мате зеленый. Может, мне на Вайтберрис посмотреть этот или на Озон мате карнавал. Я вот сейчас вспомнила. Он обалденный такой был. Так, что я тут это загораживаю? Я же тут лапки такие как бы грею. Она горячая, кстати. Хватит жрать шоколад. Сколько мы сожрали? Тут вообще 24 плиточки. Такие вот. Я уже слопала 4 штуки. Я проглот. Я ведь, кстати, не собиралась его открывать. Это исключительно, по ходу дела, влияние того, что я тут хавала на камеру. Кошка, не прыгай сейчас опять на стол. Возьму-ка я вот этой штучки. Если дрожит стол... И штатив, то это мы тут дерем за штучку. Кошка, не надо туда прыгать. Давайте вот этой лапой там пошевелю своей. Ну иди сюда. Не иди туда, иди туда. Поешь свою еду. Ты же можешь это на бумажку среагировать. Я тут ела конфетки, да, что мне сестры подарили. И только я разворачиваю бумажку, а она спит в комнате. Как она несется со всех пор. Я тихо так разворачиваю, чтобы она не услышала. Она все равно несется. И пока я не дам эту бумажку от конфетки, она не свалит. Я чувствую, когда я буду убираться, у меня этих бумажек будет на каждом шагу собираться. Ну, как мало кошке для счастья надо. Примерно как ее хозяин. Она не такая шуршащая, как бумажка от Дав. Кстати, у Дава у конфеток этих хороший состав. Ну там, правда, не 15 этих пожеланий было. Некоторые по 3 раза повторились.
Зритель, ты любишь чай с сухофруктами? Уже видно туда. Ну, оно пришло в большущем пакете, целый килограмм, но я рассыпала по таким пакетикам, чтобы удобно брать было. Вообще лампа очень крутая. Я тут ее включила, чисто чтобы ногти помазать. Волосы-то у меня как бы сегодня мытые, но я их мыла посередине ночи. А потом большую часть времени они у меня были в положении лежа вместе с головой. Я думала еще ту фигню, как на стрим с подарками сделать новогоднюю, но думала, мне как-то, ну, есть неудобно, как-то она, мало ли, полиняет. Вообще в ней тепло, как по реке. И одну из этих фигней, я тут желтая была, там такая фиолетовая, ну, ближе к фиолетовой, вот это животное ее погрызло, я так красиво положила на пианино, на обезьяночек, а она взяла ее и поцапала. Вредная кошка. Ладно, не вредная, хулиганка. Ой, зрители, я ведь могу до хрена долго чай топить. Это не сколько мукбанг будет, сколько... Хотя, наверное, ну, когда ты ешь на камеру, ты же еще и пьешь, да? Питье на камеру чая. Нужно прямо одной заварки, потому что тут заварка какая-то. Как никакая. Как чай из столовки. Кайфовенько. Был еще какой-то такой чай. Тоже с ромашкой, со всей требухой, но, правда, без мате, я сейчас помню. Тоже у чайной, русской чайной компании. Это еще было до хрена до ютуба. Даже, возможно, местами до моего интернета и до того, да, до интернета их. Мне, возможно, уже был комп, но еще не было интернета. Скорее всего, это было какого-нибудь периода сказок у котря. Еще даже до того, как появился комп. То ли чего-то там с инками связано. То ли здоровье какого-то дракона. То ли сердце дракона, что-то такое. Но самашка очень вкусный был. Я уже тогда до хрена закупалась. Там в Добрыне был заточек такой, и в другой Добрыне, когда там два магазина были еще Добрынями. И вот один был в том месте, где сейчас, другой чайный магазинчик, где вот это я покупала. Я там покупала тогда первую в своей жизни там, стеклянный чайник, первую в своей жизни колбасу с бомбилией. Потом этот чайный наборчик, когда в 2014 году приехала. В 2014 году этот магазинчик еще был жив. Смотрите, когда приехала из своего маленького путешествия заграничного, обмывала этот, обновляла загран свой из Таллин-Хельсинки от Яроболтура. Приехала как раз, за 1500 купила такой наборчик там. Я потом отдельно как-нибудь обозрю, я уже года два пыталась тот подносик с чайничками обозреть. И этот, ну они у меня, по-моему, были в видео, что в моей комнате, или обзор моей комнаты еще на механке, которая была. Ту-ру-ру-рум, что-то в этом роде. Где платочек? Нос согрелся. Ой, кремик упал. Ну ладно. Нос согрелся, короче. Теперь надо его высморкать. И вот там был такой подносик. Четыре чашечки, ну пялочки такие. Четыре подносика под эти чашечки, маленькие такие, подставочки. И чайничек. Я иногда этот чайничек юзаю, как заварочный. Я тогда купила, думаю, у меня как раз была девчачья компания, про которую я хотела еще в деревне записать мукбанг и поговорить, но как-то это не случилось, как-нибудь запишу. Опыт общения с девчачьей компанией, где один секрет надо на много человеков. И по большей части все крутятся вокруг одного человека.
Или полтора человека. Ну и как-то думал, он придут девчонки ко мне, и я их заварю вкусный чай. Угощу их привезенными из Финляндии сладостями, марципанами из этого и Сталина. И в этом, вот в этой всей хренотени. Ну, они как-то так от меня отвалились, на мое счастье. А подносик остался. А еще тот магазин был очень классный. Я только так и не поняла, почему он прикрылся. Там всегда какой-то такой поток людей был. Тот, что на его месте открылся, вообще не то. Как небо и земля. Ну что, зритель? С наступившим тебя Новым годом, наверное, надо было в самом начале ролика поздравить. Я надеюсь, ты захотел попить чаю, поесть там или вообще покушал вместе со мной. Да, кстати, спасибо Горбушкину за то, что даже вне стримов следит за порядком на моем канале в комментариях. Вообще, я хотела сказать про это в самом начале видео, но я никак не могла сформулировать эту фразу. Я сегодня просыпаюсь посреди дня, смотрю в телеге сообщение, думаю, что там такое Горбушкин, о чем мне Горбушкин сверху написал. А там вот о чем. Очень приятно. Так. Ну и всем пока. Чавк, чавк, чавк.